Всем привет, друзья, вы на канале Team Spirit. Сегодня у нас первый день группового этапа. Мы играем против Team Master и Tundo Esports. Как ваше настроение, друзья? Настроение просто прекрасное. Прекрасное? Да. Как вам на самом деле играть против фаворитов группы первыми играми? Это нормально? Это ок? Базировано уже. Ну как, не, обычно вы начинали типа там? Не, обычно мы всегда начинали с Тундры. Везде, на каждом турнире. Так что это для нас уже не впервой. База, то есть, да? Да. Что мы будем ждать от сегодняшней игры против Master? Они, в принципе, неплохо выступили в Дримлиге, вышли во второй групповой этап, все дела. Мы попробуем показать свою лучшую игру. Хорошую игру? Да. Чтобы не было тошно смотреть, самое важное. А план на игру — получить удовольствие, правильно? Победить. Да. Победить. Разъебать, победить. Занять престол, да, ну уже надо короля. Вот так вот. Отправляемся смотреть игру и увидимся после нее уже. Monet up on the high ground. Lasso connection onto the illusion, so Lasso down. XXS jumps in, but the boundless strike connection at the same time. Laurel gets off the BKB, tries to run away. Controlling him, Poshka, not the best target. Already dead is the Pugna a second time. That is the dieback. They take down Laurel. Can they take down any more? Короче, на самом деле, да, у тебя просто игра трудная из-за того, что у тебя тройка не дает дэмэдж. У тебя единственный герой, который дает дэмэдж, это Вилл. Четвертого уровня дэмэдж. Когда у меня, да. Ну ладно, когда дайгер уже появился, но ты уже кнопки отдал. И ты на Вилл, типа, не золотаешь там мой дэмэдж. Тебе надо просто, типа, дальше идти и фармить, как бы. Сейчас, парни, такая будет, пока можете не, типа, там, не... А там я просто еще, блядь, спешить. Я там сыграл. Вот такой. Да похуй, пока понятно, я могу, в принципе, ебануть. This is not looking great. Jump in, stun onto two. They still have buyback on Techies. He's throwing his body on the line. Laurel down low. Laurel starts to fall. They do get the kill on the line. Типа там стоит там был вард внизу под нами. И мы стоим на этом варде, вышли сейчас мака. Наш самый лучший плей это выйти и все. Но в игре просто, ну, у нас ноль инфы от маги был. Что ты прыгаешь, не прыгаешь. Ты просто молчишь. Если у нас есть такой четкий план, что мы с лосом нападаем в дузу и больше ничего, то мы просто ждем, пока это получится. Ну, когда в экране видишь, что у лосо, тогда мы что уже делаем. А так мы стоим все позиции, как только ждем. АФК, хороший момент, там, не знаю. Я заранее должен оказаться в той позиции, где мага нажмет лосо. И подлезет под меня. Я так и стоял. Все, и был забит. Просто надо было подождать, пока это получится, потому что нас покали-покали. В какой-то момент было бы типа окно, где Бетик мог бы очень прыгнуть, и все было бы надо. 1xbet – официальный партнер Team Spirit. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, вводи промокод 1xts и получай бонус на первый депозит. Я живу в другом месте, как я переоденусь? А, ну да, кстати. Я тебе шорты дам, брат. У меня есть шорты нормальные. А футболку? Денег тебе жалко, а не полтинста евро, ему вообще не жалко. Дай мне камеру пока. Что, рофлите? Я тебе дам шорты, Славонки. 100 евро, брат. Ты боишься модель? Я что, не мужик, что ли? Это будет красиво. Я прямо вот так вот, туда. Ну, считай футбол. Да, я тебе разрешаю, Слава. Все, оставляем только штаны. О, май! Ну, слушай, что, ты готов? С кармана все выложить? Да. Кстати, я там вырезал. Бля, я передумал, Димас. А все, на самом деле, Димас, ставь туда пол. Да похуй. Красиво давай. Красиво. Давай. Я повезло! Ты выжил, брат! Ты чуть не умер, Слава! А? Стоп, как вода? Стоп, нормально, кстати. Слава, ты чуть не умер, если что. Почему? Это вот так, доборчик. А, реально, доборчика? Типа нужно было не разворачивать, нужно было вот так. Если бы я ударился головой... А мы тебя развернули? Ничего страшного не было, на самом деле. Ничего страшного не было. Каким же остался, Слава? Что, мужик, сотка евро? Пойдем потирать с этого. Я выиграл первый спор в твоей жизни. Вот еще разок. Я с тобой дорнул. А они вместе будут прыгать? Да. Всё, ладно, ладно. Чё у нас? Чё он дарёт? Это где он бегает? Чё он? Просто крейзи, ребята. Дмитрий, знаешь, какие футболки прыгал? Я карточки забыл выложить, вот чё он проблем. Красиво было? Что? А что у тебя поза красная? Я ударился. А по воду? У меня есть спина красная, скорее всего. А ну? Не, конечно, нормально упали, мне понравилось. Ты не ударился об пол? Не-не-не. Ребята, вообще жесткие. Чудаки, все, да, вышли на next series. Потом будем прыгать на кактус. На этом у нас перерыв от игр заканчивается. Вот, идем настраиваться на игру против Tundra Esports. Как вообще настроение после 1-1? Нормально, не сильно расстроился? Ну, нам не привыкать. Вот, поэтому... Скоро уже будем наблюдать матч. Он
for Saxa, but the Hex is at the ready. Still got mana to play with. We'll continue to commit forward to take down Saxa. We'll get the kill. He'll get 9. Ready to go again on Collapse with the double ult. And they have to get the Hex open. Quick damage done this time round. Not a chance here on the first level. Skeeter Collapse jumps in. He's only on the trip. The spear comes in, and indeed the Static Storm laid down. The Hex to follow up. Skeeter not a chance on his second life as he goes down. Saxa just trying to steal some mana on the way up. Мне кажется, ты зря вообще типа идешь с ними, размениваешься один, ну, типа, против героя. Я не ждал, что там будет Надя. Погони, типа, блядь, номера. Это же максимально глупо. Ну, типа, они видят, что ты бежишь прям за ними. Чувак, допустим, можешь просто встать за деревню. Меня не видели. Леон дает хекс, ему инста прилетает, там, мой ульт, например. Дается там декрит, все, ну, герой уже не умрет. Всегда нажмет БКБ, выйдет. Но нам нужно просто как-то, ну, чтобы не я там шел первым, не пугнал, шла первым. Еще в игре какая-то паника, парни, произошла. Типа, вы как-то чересчур боялись их. Ну, вообще вы всех нашанов отдали. Я переживал вообще по игре, в принципе. Мы отдали 4 нашанов, выиграли игру. Это шок. Там вот этот последний файт, но я ушел уже, там задержка 5 минут. Ну, да. Где Ярик постелил ульт, и его перепизбай, урсу, и все, я пошел. Ну, это вообще, конечно. Ну, мага. Сильным игрокам не нужны просто нашаны, понимаешь? Это мага на Марсе. И Дэнчик на шторме, и на пугне. И все такие. Как ты думаешь, Марс это джентльмен или герой говна? Я вот только что стрим НС смотрел, там было обсуждение джентльменов и героев говна. Это джентльмен. Да, джентльмен. Это герой говна на самом деле. Посмотри, Пугна это герой говна. Потому что она мерзкая, она такая вся. Да, а Марс это честный мужчина. Типа у нас такое обсуждение просто шло в игре. Вот типа была 3-4 где-то 20 секунд. И мы такие типа, парни, Рошан типа будет в топе, но туда лететь стрёмно, типа мы их не видели там. Да, еще прикол в том, что мы же, если Рошан апнется, разве убьем его за 30 секунд? Нет. Я вот не знаю. Нет. Мы не убьем его просто. И вот мы типа решили нажать смок, побежать просто в топ, и там типа со смока, чтобы не лететь с телепорта. Ну, типа с вот этих гейтов. Мы бежим и второй видим... Рошан, а за третьим мы на базу депнулись, а потом опять нажали смок и побежали вниз. Потому что мы увидели Урса, который... Потому что мы хотели бежать в топ. Да, увидели Урсу, что она уже бежит 40 секунд. Пару слов на Марсе. Никогда меня убили, да, вот. Да, дефолтная игра на Марсе. Мне еще кажется, вы очень не похвастаете себя. А, понял. Saxa, oh, he's not gonna make it. Yatoro takes him out with that last attack. 9, he's gonna be covered by Snake King with the jump 4. Bursts in low, but the Hex is back up. They've managed to Hex Yatoro, stop some of the physical damage output from this Ricky. Yatoro trying to sneak away for the roars, back up for Galap. They've taken Yatoro down. No, so they take a Skeeter down. Yatoro, he's still alive, but they're losing their teammates. He's just down to Yatoro and Collapse. As Yatoro, he's attempting to clean up, but again gets caught by the Hex. 12 на тот момент, и еще что-то, и этого хватит, чтобы убить. У нас просто писечку всегда не хватало. Я думаю, ну, мы слишком фидели, у них больше, чем должно быть, у нас меньше, чем должно быть. Короче, даже так скажу, вот даже когда они смог идут, и мы это знаем, они находят киллы, все, уже неважно, кем ты играешь. На этом наш игровой день подходит к концу. Ребята сейчас покушают и будут продолжать играть в паблике, тренироваться и готовиться к следующей игре. Мы играем завтра против IG, поэтому увидимся уже завтра. Всем привет, друзья! У нас начинается следующий игровой день. Сегодня мы играем против IG. Как настроение у парней, Дмитрий? Привет, слушай. Ну, мы в режиме. Вот. Утром, конечно, как всегда, вставать рановато. Джетлаг еще немножко совсем нас трогает в разные части тела. Но, в общем, в целом настроение порядочное, серьезное. Нормально. После вчерашнего дня не было никакого там титера, стройства жесткого. Нет. Сделали, мы могли выиграть, но не выиграли, потому что ошиблись. Так что никакого тильта, ничего не было. Это были рабочие довольно игры. Мы не проиграли, все нормально. Какие ожидания от сегодняшней игры? Там IG, они одну игру выиграли, одну проиграли. Слушай, ну ожидание, наверное, 2-0. 2-0 мое ожидание, ну, потому что при всем уважении к IG, но... Они выглядят как та команда, которую хотелось бы обыграть 2-0. Вот так. Пойдем с Димой смотреть уже матч, поэтому увидимся после него. Это мой друг Славунти. Dust is the room right there. Well, the lasso connection, Evo. They get pulled back into. They have the control. Somehow Laurel lives. Dude, and he gets a Avis is too good. Too good. As Dust just wants to run away. Please don't hit me anymore. Ooh, good blink back. But Collapse on him, on his tail, still chasing. Mira there, throwing out the impetus shots as QXQX.
but going to get dropped. And Team Spirit, they're not done yet. Going. We're not over yet. Pops the ulti, pops the BKB, held it that entire time. They got him. They got him. They broke his CP. Emo, no! Emo, no! Emo, not like this. That's my emo. Oh, Mira. What a play from Mira. And he also gets his freaking bounty. Oh my god, no, Emo! Alright, we might be seeing those magic words from Emo again. Oh shit, here we go again. Ooh, hello Dust, how are you? Arrow for the follow-up, Sunder comes out. They're on the Poshka, who chain crosses both. Oh my god. Almost gets him brought down for death. And in fact, with the chase forward, Lich dead for Terrorblade, but the root now on to Emo. And well, everybody on IG is dead except for Matt. Он всегда на меди, когда выжил на трех ФП, когда не поставил рену, потом ты его поставил в драке, потом ты свапнулся. А, это уже хуйня. Там обидно было, конечно. Вторая смерть, блядь, так все заруинило, пиздец. Микрофон надо фиксировать. Можно поломать. Фиксировать. Микрофон, надо, наверное, можно купить себе микрофон как-то неплохие, я думал. В плане? Ну, чтобы звук нормально был. А это проблема TeamSpeak. Это ж прога просто хуевая из 90-х. Да, не, вообще TeamSpeak нормально. На самом деле, я вообще просто все, блядь, слышу. Мне каждое свое слово, я слышу сам. Надо настроить. TeamSpeak нормальная программа. Как его настроить? Так можно одни настройки сделать. Я сам себя слышу всю игру. И через Илюху или через магу я просто слышу ебанутый ДПХ, свист. Ну, типа так. Зарождено. Ты, кстати, не понял, в чем прикол, почему реально бы TeamSpeak на мажоре будет. Ну, вообще у TeamSpeak намного меньше пинг проводимости звука. И камера просто на ебаном, блядь, скотче к стене, типа примотана, которая падает просто во все время игры, мне смотрят на, блядь, на мои штаны просто. Всю игру вебка смотрит. Ребята закончили свои праки, тренировки, я достал им фрукты. Сейчас будем пробовать. Dragon Fruit. Вот это называется Langan. Это патэ. Папайя. Давайте с Паттайи начнем. Папайя. Можно с Паттайи начать. А закончим? И мы сразу одновременно? Да, да, и быстро отсядочку свою. Что-то папайя не берется, слушай. Нет, почему у Мира получилось вместо тля, у вас нет? Не получается поднять? Берите, I'm lucky. Почему я не могу поднять? Понимаете, что первая стадия уже была провалена, они не могут поднять. Потому что, наверное, их три? Можно кушать, в принципе, друзья. Какой-то микс от дыни и типа арбуза, как-то так, что-то либо среднее. Да, вообще какой-то нотки экзотики. Дерьмо. Нет, дыня есть там, что-то такое. Тебе не понравилось? Сразу. И вот тут сразу вторая такая. Не, не наседайте, там еще. Не наседайте. Пиши, мальчик. И третья вдогоночку такая ластецкая. О, двойная даже. Привкус странный. Сейчас, не распробовал? Секунду. Ну, понимаете. Тебе не понравилось? Как-то странно вкус. Не очень. Но никакущий. Никакой. Запомнил, просто запомнил. Никакой. Паттайя 5 из 10. Водянистые такие, да? Прутик. 4. 4. 4. Край. 3, может. Твердая 5. Единичка. А. Ну, шестерочка. Давай Dragon Fruit теперь. Dragon Fruit никто, это, наверное, не пробовал. Что это за черный фрукт? Я не помню, что продавал. Семечки, это семечки. А как их есть? Просто вместе. Просто бери в рот. Не, вот так вытаскиваю по одному. Да, блядь, ты что, Антона? О, прекрасно. Ой-ой-ой. Это самый не ярко выраженный фрукт вообще в истории человечества. Он просто абсолютно не какой-то. Вода с легким привкусом какой-то хуйни. Но он свежий, освежает. У меня диплом был из таких фруктов. Тоже основан на воде. Так что, как по вкусу? Ничего? Да просто вода. Вообще серьезно? Никакущий вкус абсолютно. Ну ты попробуй. Из всего вкусового пол-литра где-то 1/100 – это вкус. Вода. Легонечко вкуса, но на самом деле ничего. В этом и фишка. Это вода, которую ты можешь есть. Не очень вкусно, все, давай. По 10, давайте, без слегка. Первый, опять же. 6. 4. 4 тоже. Лучше, чем... То есть, лучше, чем прошлое. Тут хотя бы был вкус хотя бы какой-то. Нет, вот хотя бы есть без стержня. Хотя бы без вкусно, и это уже хорошо. Ладно, поехали. Это палийская манго просто. Наверное, оно ничего не отличается. Налетаем, мужики. Манго как манго, что это? Очень интересный вкус. А тут есть что-то в нем. Тебе не понравилось? Что не так? Попробуй, может, ты не попробовал. Сейчас я эту хуйню просто проглочу. Вдогоночку нужно еще один. А вот это... Даже двойной вот такой. Как планировалось? Вот это прям плохо, если честно. Да? Вообще какое-то такое. А это что? Это мамая.
Думаю, Ник бы тут поставил где-то 0, вот 0 из 10, знаешь? Нет, это вкусно. Ладно, вкусно? Мне тоже нормально. 2 бы 10. Это вкусно. Это тоже для меня нормально. Это для быдла точно. Это манго? Dragon Fruit есть еще просто вот соль, это такой не это семеро или восьмеро даже, вот реально. Вот. Это хорошо прям. Это просто вкус, это просто шедевр. Это на вкус как манго, кстати. Так, получается 80? Да. Вот сейчас последний попался. Кусочек прям. А ты пробовал больше одного куска? Нет, у меня был какой-то мега хуй. Вот, то попробуй еще. Я ебал. Да, мне сейчас такой же попался. Я не дам шанс. Мне сейчас такой же ужасный попался. Ну и что? Вот этот последний на двоечку. Ну да. А overall? Ну семерочка где-то. Семеро, восьмеро, вот реально нормально. Для тебя? Двоечка без шансов. Так, что же делать с этим? Так, давай, так. Самый интересный. А как его открывать, ты знаешь? Не протыкается еще? Руками. Блин, мы что, из деревни, что ли, руками? Ну давай мы почистим его руками. Вот так, например. Это желе внутри и выглядит как будто как глаз дракона. Так, я проткнул. Не, нельзя ему скинуть. Ебаш, это плохо. Да можно, даже нужно. Прям как бананы, схожи тоже ешь, да? Ребят, очень хороший фрукт, особенно когда нет ногтей. Особенно, когда внутри какая-то гниль. Ногтей можно почистить. А как-то его без ногтей-то? Это можно есть? Да, там косточка. Я же не погибну? Вот такая косточка. А я не погибну, если я снегу. Как мандариновая косточка. Это гигантская косточка. А. Это косточка? Здесь. Так, отлично. Сейчас свое дерево вырастим. Так, Мира. Похоже на мозг. Нет. Я взял его в рот. Короче, вкус норм, просто вкусе хуйня. Вот это вообще не очень. Это вкусно, да, вообще мерзкое такое. Бля, прям вообще. Легкий тон тухлых яиц в конце. Дошло, вот сейчас загоняет. Это прям плохо очень. Надо еще это съесть, чтобы точно понять, что вы там сказали с манго. Тут надо закусить, я считаю. Ой, ебать, ты прям сначала прошла хуйня. Бля, как же их даже приятно чистить на самом деле. Вот я так смотрю. Да, как черепушку. Тут надо было, наверное, воду взять, чтобы запивать этот ужас. Сейчас я еще дам шанс. Попробуй. Но тут же по запаху, на самом деле, не хочется давать шанса. Ладно, манго все равно было хуже, потому что я все пил. Сразу дало. Вот это вот. Аромат. Ну, один. Один. Думаю, один. Твердая, хорошая такая вот единичка. Единица прям тут достаточно. На самом деле, после этого, вот это вот где-то на 80 будет чувствоваться. Прям вот на вот контрастике, вот Dragon Fruit просто ебейший. Ярик, на тебя это один тоже? Так, еще раз проверим все. На контрасте. 0,9. Давайте расставим топ-4 для каждого из вас, вот из этих всех фруктов. Да, это прям хуёво было сейчас. Топ-1, топ-2, стоп. Топ-1, топ-2, топ-3, топ-4. Все, понял. Ну, вообще, топ-1. Это не топ-4, это где-то топ-100 будет поворовать. Топ-1, топ-2, топ-3, топ-4. Это была вкусная манга, конечно. Попалась, да? Хорошая такая. Сочек. Да есть что-то в этом, есть. Есть же порох. Вот так, этот вот ненадежный. Ну, как хочешь. Тут прям 50 на 50. Такая хуйня подлая. Типа, может быть очень вкусно, может быть вообще мерзость какая-то. Ну, мне вот за 4. Попала, вот это, да. Короче, получается топ-1, потому что постабильнее вся эта хуйня, да? Mm-hmm. Все-таки выглядит на дистанции. Надо потверже. Манго топ-2, может быть 80, может быть 0 из 10. Там так. 50 на 50. Вот это хороший, мне кажется. 4, 7, либо 2, либо 8. Нет, ты под... Единица. Завтра у нас матчи, поэтому спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Канал. Ты сам попробовал эту хуйню? Не, ни разу.